защитник сирых и убогих, не наемный палач. Я ведьмак. Куна, матата всем, кто смотрит данное видео вместе с вами. С вами Пумба, игрок канала Тимон Комбайнал, и я прибежал сюда, все выложил из инвентаря. Я теперь, посмотрите, пустой почти что. О, да, кстати, давайте дневники прочитаем, а то я не... Блядь, не то. Я ж там понаходил разные вещи. Аккуратные. Рапорт Людвига Мерц. Дикая охота, да. Дикая охота, согласно верованиям нордлингов, дикая охота — это процессия, скорее даже кавалькада всадников на скелетах. Они мчатся по небосе блах... села скелет лошадей, его объясняется дальше. Чего ж я читать дальше не стал. А то я представил немножечко другую ситуацию, что они прямо на скелетах. Ну ладно, это было лучше. Одетые в... истертые доспехи с выщербленными мечами за поясом. Подобно комете, дикая охота возвещает войну, что было подтверждено неопровержимыми доказательствами. Воинство призрачных всадников собирает свою жатву раз в несколько лет, но уже давно не было столь многочисленным, как перед последней войной с Нильфгардом. Тогда в одном только Новиграде после появления охоты пропало без вести более 20 человек. Всего? Интересно, что дикая охота никогда не упоминается в легендах эльфов и краснолюдов. Аккуратно записки. Это я читал. Так я все читал, то получается, да? Это связано с заданиями, да? На весь для здания. Ну ладно, все понятно. Тут тоже весь для здания. Ну ладно, все, погнали тогда дальше. Остальное мы читали. Остальное нам интересно, мы идем к Золтану Хиваю прямым ходом. Найдем его. Я тут чуть-чуть попрокачался. Здорово, Трис, что-нибудь есть? Нам не о чем с тобой говорить вообще. Интересно с тобой разговаривать. А, золото-то тут. Просто, Лютик, давай я с тобой поговорю. Кто-то будет рад, что я разговариваю с Лютиком. С Лютиком не о чем говорить. Ты скучный. Играй на своей бардне. Лютне. Почему бардне-то? Здорово. Нифига тут есть скамейка. Ты для меня сейчас открыл новые горизонты. Какие новости? Какие вести? Трис кое-что разнюхала. Ну-ка. Похоже, на барке держат пленных с Куэтаэлей. А, мы там уже были. Все, спасибо, да, мне интересно. Мне нужно Золтан, идти. Да, ну-ка, давай. У меня тебе просьба. Валяй. Я слышал, что ты знаешь местных с Куэтаэлей. Фига у тебя борода-то стала классная. Это тебе какая-то жопа в шлеме сказала? Нет. Мне надо добраться до Ярвита. Жопа в шлеме. Прекрасно. Знаешь что? Жопа в шлеме. Ты не думай, что у меня со Скайтаэлями все схвачено. Хуже только жопа Йорвит в шлеме. Йорвит меня терпеть не может. Не наоборот. Зачем тебе с ним видеться? Он знает, где убийцы королей. Да. Йорвит? Я думал, он обычный бандит. Нет, он... Ладно, нечего тут кузно просиживать. Пойдем, расскажешь все по дороге. Ладно, погнали. Давай, веди меня. А куда? Иди. Веди, Золото. Давай, я за тобой. Кто тебе вообще сказал, что у меня есть контакты со Скайтаэлем? Так что ты идешь, нет? Лоредо. Ох, хер моржовый. За что он хотел тебя повесить? За контакты с белками? Какие, рвать его мать, контакты? Встречал пару, да, конечно. Но чтобы контакты... Что ты знаешь об их командире? Ты так забавно бегаешь, он, сука, быстрее меня бегает. Говорят, Йорвит полный псих. Но Скайтаэли слушает его, как родную мамочку. Знает, сучара, чего хочет. Надеюсь, я бегу. Что и мне расскажет. Мы сейчас не будем драться вместе. Я тебе скажу, что из двух зол Лоредо самый вредный хер. Да все, хватит материться. Это потому, что он хотел тебя повесить? Он настраивает местных против нелюдей. Ходят слухи, ладно, что он снюхался с Каэдвеном. С кем? Зачем ему это? Он хочет денег, богатства. Каэдвен охотно присоединит к себе очередной кусок земли, а Лоредо получит свои привилегии. Пойдем, нам еще порядком топать. Ладно, ладно, погоди, я тут знак фигарну. Ты идешь или нет? Да иду я, давай иду. Давай сюда. Я знак брал. Да чё, умный?
Сам, главное, вышел, дверь передо мной хлопнул. У вас у всех такая привычка перед Геральтом дверями хлопнуть. У вас в жизни немного, что ли, я не знаю. Смелые самые. Опять эта тварь сейчас вылезет. Я просто приготовился. А, Золтан, все нормально, я тут всех убил. Надо забраться глубже в лес. Надеюсь, что они не сменили пароль. Ты знаешь их пароль? О, во все, что ты играешь, что-то схватил. Ой, еще ты знаешь, что можешь мне доверять. Опа, я вообще офигенный. Идем, я сейчас всех. С Каитаэли мне как-то предложили покомандовать отрядом. И? Ничего удивительного, что в Ларедах. Ой. Пришли. Тут я с ними и встречался. Да ладно. Знаю. Они уже целятся в нас из луков. Прекрасно. Что? Не, Геральт, я знаю, что ты у нас чуткий, как журавль, но все-таки не загибай. Да нет. Скажи пароль. Кому? Быстрее, они нервничают. Ну? Еркегор! Ты еще так громче крикнул, чтобы все услышали. Не вопи. Что вам нужно? Ух, нифига какая классная. Отзыв. Хайдегер, я задал вопрос. Веди нас к Йорвиту. Да. Зачем? Разговор. Если бы мы хотели поболтать с тобой, мы бы не спрашивали про твоего командира. А Йорвит не хочет с вами разговаривать. У него вариантов нет. Этого ты знать не можешь. Идите отсюда, пока целы. Вы двое нас напугать хотите? На дереве еще четверо. Откуда ты знаешь? Я ведьмак. Я слышу их дыхание. Один из них болен или нанюхался фиштиха. Прекрасно. Как? Откуда? Дышит он странно. Ну что? Обмякли, эльфи петушки? Мы просто хотим поговорить с Йорвитом. Да. Драться пока что не хотим. Надеюсь, за нами Роша не следит. Ждите на поляне. Краснолюд, ты знаешь где. А мы сообщим Йорвиту. Ладно. Вот и сообщите. Пойдем, Геральт. На какой поляне-то? Она, надеюсь, не открытая? Я знаю, что они навертели. Я там бывал уже. А в чем дело-то? Там... Это место – логово здоровенного монстряка с раковиной на плечах. Прекрасно. Глава глаза в этих местах? Мне казалось, это невозможно. Ну, не знаю, как это говно называется, но очень оно страшное. Нас отправили аккурат в ловушку. Возможно. Идем. А мне зелье выпить? Погоди, если нас отправили прямо в ловушку, может, я зелье выпью хотя бы? А, ты так прыгнешь? Ладно, молодец, красавчик. Ну-ка, ты дать прыгнешь? Нифига, он реально допрыгивает. Гном, для тебя это реально прям скала. Стоп. Нет, я... Я помедитирую, погоди. Я эликсир выпью. Я потому что не знаю, что-то мне это не нравится, то, что мы куда идем. Ожог, кровотечение, отравление. Так. Урон. А там урон-то есть? Нет урона. Зелье Петри. Дополнительный урон знаков. Я выпью зелье Петри. О, нихера себе, реально, сколько токсичен. Нахер я буду пить это зелье Петри? Так, я выпью тогда ласточку, он вроде восстанавливает, да, здоровье и энергию в бою, это мне надо. Мангуст не надо, филин. Восстанавливает энергию в бою, восстановление энергии, тоже вот это надо. Чем больше энергии, тем больше я смогу фигарить, здоровье есть. Так, и надо урон, урон это у нас вроде грач. Урон плюс 10, да, и грача. Раз с этой фигней нам предстоит драться, ну я на всякий случай, я не знаю, вдруг и не предстоит на самом-то деле. Сейчас буду весь забаханный. Сейчас просто вообще вся верхняя панель будет. Бу! А, не покажу сейчас, покажу потом. Оп! Оп! Геральт охреневает. Сейчас не будет жопа. Сейчас.
слева все в углу будет теперь. Все, погнали. До верхняя панель вся просто, я забафанный вообще весь. Я не вру. У меня есть верный источник. Только что были подтверждены мои слова. Вот мы и на месте. А это свиномордие рыщет внизу. Свина кто? Как раз там, где мы должны были ждать Йорвита. Да? Точно. Что будем делать? Давно я не дрался с главоглазами. А что с ним делать-то? А я рвать его мать и вовсе никогда. И об этом не жалею. Тогда жди здесь. Я тебе что, хер обвисший? Ну, давай драться вместе тогда. А, Долго рассказывать, жизнь говно. Ну давай. Я здесь. Эльфы говорили об этом месте. Только вот приближается к нам совсем не эльф. Ну это уже по твоей части, Геральт. Чудище и моя специальность. Я прокачанный, я так прокачался, чтобы сюда идти. Как видите, у меня таланта ни одного не было. У меня их целых 6 штук накопилось, оказалось. И все. Это я борщинул. Твою мать. Да ладно, ладно вам. Тихо, тихо, тихо. Мне поговорить только надо с тобой. Прекрасное представление, Гвинблейд. Я только не понимаю, зачем тратить столько сил, если в конце тебя все равно ждут неравный бой и верная смерть. Я бы мог спросить у тебя то же самое. Чего ты хочешь, Вадгерн? Говори, пока я не убил вас обоих. Фига у них луки-то прикольные. Лето тебя предал. Он хотел сговориться с твоим товарищем Киараном. Киаран Аэб и Аснелин мертв. Его бойцы попали в засаду и были убиты 2 недели назад. Ложь долго не живет, Гвинблейд. Ну, вообще-то... Киаран сейчас на барке. Раненый, но живой. Он отказался помогать Лето. Его отряд заплатил за это жизнью. Ясно. Если то, что ты говоришь, правда... Дхойне умрет. Но одних слов недостаточно. Ну давай спасем этого парня. Давайте. Наемный убийца оказался еще и предателем. Пока ну, да. У нас есть только его слово против твоего. Ну, мы это кто слово он больше. Такой, что ты так ему доверяешь? Дхойне, который выполняет грязную работенку для Скайтаэли? Он согласился исполнить должное. Он доказал, никто не может считать себя неприкосновенным. Да, чего спросим. Ты хочешь, Йорвит? Тебе не понять. Ладно, ты понял. Ты прячешься по лесам, убиваешь несчастную деревенщину, жрешь корешки. Мы живем по собственным законам. Делаем то, что должны. Если видишь цель в конце пути, можно вынести очень многое. Ясно. Фига вы. Что это за цель? И что ждет тебя в конце пути? Свобода. Какое тебе до этого дело, Геральт? Эссат Вадгерн, ты же все послал Айпарсе. Да. Я не все послал Айпарсе. Моя жизнь теперь зависит от твоей прихоти. Потому я и спрашиваю. Ты мне-то. Вот что я тебе скажу. 2 короля, которые были убиты, это 2 сукиных сына. Они бы детей своих на плаху отправили, лишь бы сохранить власть. Ну... Но на Востоке есть тот, кто по праву заслуживает короны. А, ты для него стараешься? Да, ты вот убиваешь жителей Флотзема, забывая, что среди них есть и эльфы, и краснолюды.
причем, которые какие не против. Какие они эльфы? У них отняли уважение к самим себе. Приказали жить и умирать по людским законам. Они еще больше тхойны, чем ты, Геральт. Ладно, понято. Ну ладно, давай. Ты все еще доверяешь этому убийце? Возможно, ты лжешь. Значит, Киаран тоже лгал. Понял, да? Это несложно проверить. Как? Посмотрим, что скажет Лето на твои обвинения. Где он? Зайти. В руинах Калмевет. Он почему-то любит это место. Это где? Мой отряд будет нас прикрывать. Готовы? Да. К чему? Да, да. Зачем тебе смерть Фольтеста? Была. Может, Фольтест казался очаровашкой, но посмотри правде в глаза. Кем он был на самом деле? Именно он позволил преследовать в Темерии старшие расы. Ну? Он был обычным тхойны. Но его смерть дала гораздо больше, чем смерть любого другого. Да? Встретимся на месте. Мне надо подготовиться. Вафайль, Гвинблейд. Только не пытайся хитрить. Ладно. Мне нужна Трис. Я пришел сюда с тобой. И вернусь с тобой. Нет, Золтан. Твое присутствие может вызвать подозрение. Как хочешь. Только не строй из себя благородного. Да не строю. Я просто собираю разные вещички и все. Ой, да нахрен это все мне надо. А, не, погодите. Меч из Кайр Мархена? Это наш меч. Меч ведьмаков. Какого хрена он тут делает? Как он тут оказался? Ладно, погнали все. Так, еще соберем. Собирать все-таки надо. Корень мандрагоры. Тут некоторые растения, наверное, есть, которых нету у меня вообще. Ну ладно, все, погнали. А как мне туда дойти? Долго рассказывать. Жизнь говно. Говно. Ну, а как мне выйти отсюда? Алло. Ребята? Как тут пройти? Тут выход? Нет. А где выход? Твою мать. Сука, надо было идти за ними. Может, тут проход есть? Да тоже нет. Я всё заплутал. Может, тут проход есть? Сука, как тут пройти-то? Алло! Алло! А, во! Бляха-муха, все, слава богу. Я уже думал, обосрался. Ты бы ушел оттуда, Золтан. Убил я Клавоглаза, но это не значит, что я убил всех. Так, я бегу. Нормально. Ни с кем не деремся. Следим за нашим медальоном. Вроде никого. Нормально. Куда мы бежим-то? В развалины? Наверх опять на эти? Ну да. Понятно. Чё ему там нравится? Так, на всякий случай капнем здоровье. И все, нам больше, в принципе, ничего не надо.
Ну, здорово, Лето. Я сейчас посмотрю, как ты потолстел за лето. Вот он где. Я уже его вижу. Здорово. Я тут? Стемнело? Мне это не нравится. Привет. Давай разыграем спектакль. Ты скажешь Лето, что поймал меня, и отдаешь в его руки. А ты? Я буду безоружен со связанными руками. Если ты говоришь правду, он себя выдаст. Ладно. Я тебе, разумеется, не верю. Мои люди будут нас прикрывать, и если ты начнешь глупить... Да ладно, все, я понял. Я понял. Нет. Если ты начнешь творить глупости, они намажут тебе лицо медом и положат в муравейник. И ты будешь выть так громко, что услышат даже всадники бурь. Ладно. Скажи, ты все делаешь с такими сложностями? Можно было бы просто заставить Лето признаться. Айт в хаэль моэн хире тайнверде. Че? Завоевывай не силой, но слабостью. А, ну ладно. Ты че, охренел так опыт? Идем. Ладно, пошли. Если Лето предал меня, он уже покойник. Ну ладно. Мне кажется, он поймет, потому что это как-то слишком подозрительно, то, что мы так легко. Причем он ждет. Здорово. Геральт из Ривии. Что бы это значило? Здорово. Хочу поговорить. Йорвит, старый лис, все-таки попался. Ну, что поделать? Я недооценил тебя. Да. Интересно, что делает человек в рядах Скайтаэлей? Знаешь пословицу «Враг моего врага – мой друг»? Скайтаэли – мои братья по мести. И только лишь? Довольно шуток, освободи меня. Так. Ну-ка. Интересно, что делает... А, ну я... Знаешь, пос... Да, я уже тоже сказал. Скайтаэли... Так, ну-ка. Ты убил Фольтеста, и придется за это ответить. Понял. Король мертв, а единственный свидетель — это ты. То есть, если ты меня убьешь, то не будет свидетелей. И ты от этого не отвертишься. Ну-ка. Скажи мне, кто ты? Ты вправду ничего не помнишь? Не особо. Мне уже надоело отвечать на этот вопрос. Вот так-так. А я боялся, что ты спутаешь нам карты. Фига ты накачан. Я Лето из Гулеты. Лето из Гулеты. Убийца королей. Скажи, на кого ты на самом деле работаешь, и этот эльф будет твоим. Да. Мы работаем на себя. Мы? Убийцы королей. Кто ты? Скажи мне, кто ты? Ты вправ. А, ну ладно, мне уже надоело. Вот я Лето. Ладно. Киаран Аэпе Аснелин сказал, что ты хочешь убрать Йорвита. Если и так, с чего ты решил мне помочь? Блёда Дхойне. Да, зачем? Димавент, Фольтест. Кто еще? Кто вы такие? Мы уже встречались когда-то. Да не помню. Помнишь? Нет. А я ты никогда не забуду. Ты спас мне жизнь, Белый Волк. Даже так? Мы дрались плечом к плечу, а теперь должны скрестить клинки. У тебя зубы не очень. Мне не нравится. И я Йорвита пораньше до этого бы не дошло. Зеррит и Эгон захлебнутся собственной кровью. Кто такие? Я так не думаю. Прежде чем Скайтаэли в долине Понтера поймут, что ты убит, мои люди совсем разберутся.
Даже так? Ну-ка, кто такие? Зерит и Эгон? Это кто такие? Да, охотники за привидениями, что ли? Дхойны. Убийцы королей. Скаэтаэли помогают им в Нижней Мархии. Прекрасно. Надо в Нижнюю Мархию ехать. Так, ну-ка. Нет нужды заканчивать дело дракой. Расскажи мне все. Вот именно-то. Довольно! Ведрай, Энли! Что ты делаешь? Скоро узнаешь. А, я не хочу. Ой, что? Хорошо. Дай мне мой меч! На! Сдохни! Нажимать тебе ничего не надо. Придется тебя убить. Попробуй. Я все-таки не король. Прекрасно, ну что? Жаль, что мы стоим по разные стороны. Охренеть просто драка. Какие-то залы попали. Я вижу, драться ты не разучился. Ну, вроде как. Чуть-чуть, я не готов. Почему ты так упорно меня преследуешь? Они думают, что это я убил. Ты что, херел такой? Сам виноват. Нечего строить из себя телохранителя. Понял? Тебя ударить? Уворачиваться. Зачем ведьмаку убивать королей? Охереть! Я был ведьмаком много лет назад. Теперь ты наемный громила? Поздравляю. Я горю, алло. Да ты стерел, что ли, махать? Да хрен ты там попал, правда. Блин, он сильный. Черт, я попасть в него захотел. Блять, попал. Я тебе сейчас пипец надену. Ты хорошо дерешься. Хотя не так, как раньше. Руки помнят. Этого дикая охота у тебя не отняла. Чё? Да ладно, я ж его одолевал. Воу. Хватит ведьмака и нескольких эльфов, чтобы убить короля. Твою мать, он сильнее. А знаешь, сколько людей с радостью помогали нам? Ты думаешь, они все будут молчать? Время Йорвита подходит к концу. Остальные понесут кару за то, что породили хаос. Меч не забирай. Почему? Ты был одним из нас, Геральт. Ты спас нас. Да. Теперь мы квиты. Твоя ведьма разбирается в чарах. Как думаешь, у нее получится телепортировать меня в Эйдирн? Пусть только ведет себя хорошо. Чего? Я найду тебя. Значит, до встречи в Эйдирне. Скотина, ты охренел? Что это было? Как я вообще всрал? Где Роше? Мы убили нескольких его людей. Остальные бежали. Где Лето? Мертв? Нет, скоро будет во Флотзаме. С чего ты взял? Он хочет захватить Трис.
Мне надо идти. Убей его, прежде чем он свяжется с остальными. Постараюсь, но а не вот обещаю. Не надо было доверять Тхойне. Идем. Нет, Геральт, нам туда нельзя. Гарнизон. Ну, конечно. Я и забыл, какие из вас вояки. Майте Тайерда, Гвинблейд. Удачи. Он еще и мечи забрал мои. Ой, в смысле, это где это мой меч? В смысле, он забрал мой меч? Где-то бросил его тут. Стоп, он. Чё за фигня, алё? Это так нечестно, он мой меч, меч так-то не забирал. Меч. Не забирал мой меч. Он его тут оставил. Бля, пипец, короче. Я бы знал, я... Ну, давайте наденем чего. Фигня, конечно. Но что поделать. Бред. Же его кинул. Ай, бляха муха. Ну ладно, давайте побежим спасать в Трис уже в следующей серии. Я расстроился. В общем, всего хорошего, удачи, пока.